В Актобе вручили ключи от квартиры семье, пострадавшей от паводка. Руководитель духовного управления мусульман Казахстана заявил, что двухкомнатную квартиру приобрели на пожертвования казахстанцев. Их сбор осуществлял специально созданный фонд «Актобе Асары». Выбор на семью Багилы Сарсенгалиевой упал не случайно. Они живут вместе с дочерью-инвалидом второй группы. Всего в семье трое детей. Их дом оказался полностью разрушен большой водой. Теперь же семья переселится в новую квартиру в перспективном микрорайоне. Все прихожане наших мечетей, расположенных во всех регионах Казахстана, оказывали помощь пострадавшим от паводка. Кто чем мог, кто одеждой, продуктами, деньгами. Всю финансовую помощь мы собрали и решили, что лучше обрадовать одну семью. Нам было очень трудно, но сложности остались позади. Жизнь начинаем с чистого листа в новой квартире. Благодарим и низко кланяемся всем, кто откликнулся, кто сострадал и помогал нам.